Всем большой привет, друзья! Меня зовут Юля. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня с вами пойдем в магазин Галамарт и посмотрим всякие штучки женские, какие-то заколочки, резиночки. Спасибо за лайк, оставайтесь со мной и приятного всем просмотра. Обратила внимание на такой набор для косметики. 169 рублей. Здесь 6 предметов. Все необходимое, в принципе, есть. Смотрите, два цвета, бирюзовый и розовый. Есть еще набор поменьше за 129 рублей. Также два цвета. Огромное количество лаков, как обычных, по 59. Так и гель лаков по 159. Спонжи для макияжа. 4 штуки их в комплекте. 59 рублей. Смотрите, что нашла. Это щетки для очистки косметических кистей силиконовые. Точно такую я вам недавно показывала на своем канале. Классный обзор. Мы с вами ее тестировали. Я заказывала такую на AliExpress и намного дороже. А здесь она стоит всего 69 рублей. И, кстати, розовая, как у меня, тоже есть. Кому интересно, переходите на канал. Ссылка будет в закрепленном комментарии под этим видео. Смотрите, как она на деле. Наборы накладных ногтей 359, 249. Кстати, я смотрю, что размеры прямо реальные, не то, что были раньше. 249. И такие дизайнерские 299. Скребок для удаления огрубевшей кожи стопы 15 сантиметров по размеру. Пластик, металл и силикон входят в состав. 99 рублей. Есть еще розовый цвет. Терка для ног со стеклянной основой. Пластиковая ручка. 79 рублей. Цвета в ассортименте. Маленькие щетки для рук и ногтей. Две штуки. 49 рублей. Маникюрные ножницы для кутикулы, если так можно называть, или кусачки. Покажу вам вот так вот с ценами сразу. Они разные немного по размеру. Также, я так понимаю, где-то пружина какая-то другая. Ну, в общем, принцип один и тот же. Немного цены отличаются. Смотрите, сразу висит какая интересная штучка. Для ногтей металлическая, 59 рублей. 6 сантиметров она в размере. Накладные ресницы с двумя магнитами в черном цвете, 229 рублей. Также еще есть ресницы для наращивания, пучки, 60 штук, 99 рублей. Очень много пинцетов для бровей. Как обычного плана по 79, так немножечко такие интересные дизайны также по 79. Даже есть вот такие в форме ножниц. 69 рублей сейчас по хорошей акции. Набор аппликаторов для помады и блеска для губ. Пластиковое основание. 79 рублей. Здесь 25 штук. Приспособление для завивки ресниц. 129 рублей. Это пластик. Зеркальце подарочное, металлическое. Оно не закрывается, просто вот такое вот одностороннее, можно сказать, 69 рублей. Дизайны в ассортименте, очень яркие, симпатичные. Рядышком висит зеркало, тоже такое классное, за 89 рублей. Оно уже закрывается, зеркальце внутри. Много пилочек, разные бафы для ногтей. Вот таким вот образом я вам их покажу. Также кисти для макияжа. И наверху еще пилочки. 69 рублей, 59. Жесткость разная, уже смотреть, что необходимо именно вам. Ну а в этих заколках я просто потерялась. Даже не знаю, с чего начать, чтобы вам что-то показать. 39 рублей обычная вот такая резинка. Но здорово она тянется. Хорошо очень будет держать волос. Набор резинок 59 рублей.
Здесь 5 резинок, цвета разные. Для девчонок такие интересные, смотрите, какие цветастые, все цвета, прямо цветочки. 129 рублей, здесь их 12 резинок. Кто любит такие резинки-спиральки, 49 рублей, 2 штуки. В комплекте цвета разные, спиральки есть поменьше, и сейчас по акции, по хорошей, 59 рублей, 6 штук их в упаковке. Поближе вам покажу ассортимент. Обычные резинки черного цвета 49 рублей, 4 штуки. Если кому-то нравится со стразами, тоже есть по 69. Вот такого плана 49. Заколка краб для волос. Пластик и металл входят в состав, 59 рублей. Есть крабики поменьше, по 95 и по 69. Наборы расчесок. И вообще расчесочек здесь очень много, конечно. Кошелек 249 рублей. Интересный очень. Я его уже открыла, чтобы вам показать, что здесь есть место для карт. Все это закрывается на кнопку. Сам он на молнии, где можно хранить купюры. И сзади еще два кармана. Разные, кстати, цвета есть. Черный с перламутром. Розовый. И еще есть серебро. Кстати, очень удобный кошелек. Много места не займет точно. Обложки для паспорта, для пенсионных. Покажу вам цены. Итак, общий ассортимент, чтобы вы просто ориентировались. Кошельки тоже интересные из этой же серии. С ушками 249 такой. Кошелек тоже 249. Сумочка для мелочевки 69 рублей. Стойкая крем-краска для бровей и ресниц с маслами органы и репейника, без запаха, не содержит аммиак, 35 рублей. Здесь у нас 3 мл. Маска-пленка, подтягивающая, сверкающая, золотая, прикольная, 69 рублей. И сейчас на ней хорошая акция. В общем, присмотритесь. Они идут, я так понимаю, разные. Вот это подтягивающее. Рядом для очищения и минимализации пор. Для очищения и увлажнения кожи. И такая маска-пленка очищающая с угольной пылью и сверкающая черная. Все они такие завораживающие, блестящие. Восковые полоски для депиляции тела. 10 полосок плюс одна салфетка. Быстро, легко и эффективно, качественно удаляют волосы и облегчают процесс депиляции. 99 рублей. Сейчас они по акции. Помада-карандаш для губ 69 рублей. Разные абсолютно тона. Первый, второй, четвертый. Все указано. Также есть помады матовые здесь. По 99 рублей, также по 129. Помады губные тоже, я вижу, что вот матовую взяла, к примеру, 119 сейчас. Красные, в общем, смотреть нужно тона. Патчи для глаз гидрогелевые, 29 рублей. Перчатки мужские, в данном случае взяла такие, смотрите, какой мех теплый, 199 рублей. Здесь на ладошках у них такие силиконовые катышки, и еще есть женские, поменьше размер, а цена такая же, 199. Думаю, что будут теплые и промыкать точно не будут. Водонепроницаемый чехол 59 рублей.
флеш-накопитель 479 рублей на 16 гигабайт. Много швейной фурнитуры. Покажу вам вот таким вот образом. И ножницы, и спицы. И здесь очень много товаров будет за 1 рубль. Кто мастерицы, приходите в Галамарт. Шоколадное яйцо Галамарт именно 59 рублей. Надо будет затестить на своем канале Снежинка. Интересно, какой там подарок будет внутри. Здесь разные батончики, натуральные леденцы. Фигурка шоколадная в форме Бабы-Яги, опять же, 19 рублей. На сегодня буду с вами прощаться. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пока-пока.